сегодня вас поздравить с прошедшим днем Камчатского края, прошедшим вашим днем рождения, уже 14-й раз. И на самом деле сегодня для вас такая знаковая дата, первый взрослый документ вы получаете. Я хотел сегодня вот с такой торжественной обстановкой вам вручить паспорта, главные документы гражданина Российской Федерации, жителя Камчатского края. Вот. И хочу вам пожелать, чтобы как уже полноценные граждане нашей страны вы вносили вклад в развитие нашей страны, нашего края, в его процветание. Это такой очень ответственный момент и, по сути, переход в взрослую ответственную жизнь, потому что с паспортом приобретаются не только права, но и ответственность. Я хочу вам пожелать очень внимательно ей распорядиться. Еще раз повторю, буду очень рад, если вы все силы, ваши возможности, таланты на развитие нашего края будете направлять.